Всем привет, дорогие друзья! Сегодня вторая серия моей поездки на север. В данный момент нахожусь в Сороках, еду на выгрузку. В первой серии, помните, мы были в Аргееве, были в Резине, где мы еще были с вами, были в Флорештах и доехали до Сорок. Сейчас, давай, блядь, что ты. Сейчас еду на выгрузку в Сороках, и потом мы поедем в Атаке, потом в Окницу. Вот такие планы на эту серию у нас. Еще и красный здесь. Ну ладно, поговорим. Пока красный. Вот такие планы у меня на сегодняшний день. То есть не на сегодняшний день, неправильно я сказал, извините, на эту серию. А день у меня начался очень рано. 8:30 я выехал с Кишинева. И сейчас у нас 12:30, и я в Сороках. И еще у нас куча дел. Желаю всем приятного просмотра. С вас подписка, лайк, комментарий обязательно, поддержите меня. Давайте наберем уже 1000 этих подписчиков. Ну, нам же не сложно. И тебе не сложно. Просто подписаться на канал. Мне приятно. Все же я стараюсь, но... Что, поехали. Выгрузился я. Вовремя подъехал. Только подъехал, пока проверяли документы. Подъехало уже 3 машины. Подустал. Так, выезжаем в Сорок, паркуемся и обедаем. Время без 20, час. Самое время. Ой, что-то спина болит. Ну что, ребята, продолжаем движение на север. Я пообедал. Сейчас вообще так сморило меня. Тяжело ехать. Зато животик полный. Это у нас село Рубленица. Достаточно большое село. Дорога, как мы видим, хорошая. Ну, недолго музыка будет играть. Скоро закончится все. Сейчас доедем до круга. И все. И начинается мучение наше. Внимательно пешеходный переход. Ну что, готовы, ребята? Я, если честно, нет. Я, если честно, не готов к этому. Вот это пиздец, о котором ты в интернете читал когда-то. Это полная жопа. Кто не понял, это трасса. Да, трасса. Я не оговорился, ребята. Это трасса, которая связывает Сороки и Атаки, а также таможенный пункт Могилев-Подольск. Смотрю, многие по обочине ездят. Видите, уже наезжено там.
дороги. В Голландии ты, наверное, не видел таких дорог. Да, Марсик? Это Молдова. Ты приехал сюда умирать. Умирать за идею. Есть участки получше, конечно, а есть и похуже. Это еще весь ужас. Там дальше будет повеселее. Обещают отремонтировать, но вы знаете, как у нас ремонтируют. Только лишь обещаниями. Аж хочется плакать, аж хочется плакать. Но там есть кусочек асфальта. Извини, Марс, тебе не повезло. Такая уж твоя судьба была. Семь лет ездит по Европе. И потом оказаться в жопе. Вот так. Ну, вот. Здесь асфальт. Ура! Здесь можно на четвертую переключить. Единственный плюс этой дороги, что здесь нету полиции. Нет радаров. На скорость никто не ловит. Можно хоть 500 километров в час ехать, и никто тебя не оштрафует. Весело, весело живем. А вы писали в комментариях, что рады за Молдову, что у нас хорошие дороги, чисто. Вот она, суровая реальность, вторая сторона медали. Даже асфальт. Ничего себе. Да, такой асфальт, что он хуже щебенки. Напоминаю, я еду по трассе. Не в каких-то сельских дорогах, там не знаю что. Республиканская трасса. Вот, не верю. R14. Можете насладиться красивыми видами, вот лесок, поля, ива плачет. Что ей еще остается делать?
почему жаль, так вот это рейсовые маршрутки, которые Сороки Атаки ездят. Представляете, они ежедневно по 2-3-4 раза может съездить туда-сюда. Печально все это. Вот еще участок с асфальтом. Но мучения мы еще не закончены. Все еще впереди. Еще такая музыка веселенькая. Встретимся уже в атаках, встретимся. Ну что, ребята, вроде вырвался я уже на нормальную дорогу, проехал Покровку и подъезжаю к атакам. Сейчас там впереди указатель, я вам скажу, сколько километров мне осталось до атак. Да, дорога, конечно, здесь просто... Ну, ставьте любое матерное слово, и оно подойдет. Вот атаки. Атаки. 11 километров. Все дребезжит здесь в этой машине, блядь, расшаталось. Еще 11 километров, и мы в атаках. Дальше, по идее, только асфальт. Уже не будет такой конченной дороги. Все получше. Ну вот и атаки. Привет всем подписчикам с атак. Большой-большой привет. А также с Могилев-Подольска, с Винницы, со Львова, с Чернигова. Украина вон там. Мы здесь должны были уступить дорогу, походу, да? Ну, ладно. Или нет. Спускаемся в атаки. Давненько мы здесь не были. Месяца два, наверное. Днестр. Сейчас поработаем. На разминку. Ну, сейчас доеду до магазина, выйду, прогуляюсь, поговорю хоть с кем-то. Привет атакам. Блин, ну что вам сказать, ребята, по атакам? Ничего интересного. Ничего, к сожалению, ничего. Люди работают, люди живут, выживают. Короче, крутятся как могут. К сожалению, по фильтрам все глухо.
Следующая остановка Окница. Надеюсь, там хоть получше дела. Эх, ё-моё. До Окницы 25 километров. Время 2:30. На севере дороги намного хуже, чем в центральной части Молдовы, чем на юге. Здесь на дальнем севере вообще туши свет. Плохо все. Хорошая дорога от Кишинева до Бельц. И от Кишинева, не знаю, там на в южной части докуда. До Чемишлии можно. До Камрата. Давно я там не был, не могу вам сказать. А что на север? Яблочки все закончились, все. Только вот орехи остались. На удивление, ой, блин, теплее здесь. Смотрите, плюс один. Ой, минус один. Привет, Окница! И всем своим подписчикам из Окницы. Я доехал, уже пару дел решил, и сейчас еще есть некоторые дела. Пока в куртке, то я выходил туда-сюда. Эх, пока Марсик без рекламы не узнают меня ни хера. Но ничего страшного. В Окнице здесь все стандартно. Могло быть и лучше. Ну, нормально. Время 3 часа. Смотрим по Сокнице, заедем, хочу заехать в этот, в Единцы. Посмотреть, что там, все равно будем проезжать мимо. Работаем, еще рабочий день, ого. Еще куча времени. Выехал я из Сокницы. Сейчас у нас село Окница. Ну, не зря приехал. Собрал такую хорошую заявочку. Сейчас нужно в Единцах обязательно взять заявку. И не знаю, вдруг я успею, а сегодня нет. Вдруг, я считаю, у меня уже одна готовая. Еще одну бы. Ну и вот собирается маршрут на следующую неделю. Как-то так. Вот такие вот дела. Ехать нам домой 3 часа 23 минуты. 240 километров. Через 300 метров. Поверните налево. О, налево. Давай. И как-то так. Вот такие вот дела. Брчаны не поедем. Да что вы, блядь, там тормозите? Брчаны не поедем, потому что в Брчаны лишние 30 километров мутить, и мы с ними по телефону там порешаем вопрос. Поверните налево на улице Рестфонсилмарсисван. Нифига себе, что за улица?
Сейлсман, Сейлсман, короче. Только она одна понимает, что это за улица. Счастливого пути нам домой. Время 3:30. Показывает, что мы 18:48 будем дома. Но навряд ли, потому что мы сейчас еще в Единце заедем, там полчасика потусим. Короче, к 7, в 7:30 должны быть. Что она говорит? На каком языке ты говоришь? Алиса в плане разговоров получше, чем Waze. Waze что-то он на своем языке базарит. Вот здесь одно село есть очень странное. Смотрите. Едем мы спокойно по трассе, да? Вот, село Бырладень. Конец села. Да, вот мы выехали из населенного пункта. Другого знака нету, что мы въехали в другой населенный пункт. И с какой скоростью я сейчас должен ехать? 90 или 50? По знакам, блин, 90 я должен ехать, но вот здесь дома есть. Это населенный пункт. Что за бред? Вот как быть в этой ситуации? И по карте показано, что видите, здесь улочки, хуёлочки. Но по факту я из населенного пункта выехал. В другой не заехал. Ладно, вот здесь уже 30. 30, ну что, знак. Даже если бы я ехал 90, сейчас я должен ехать 30. Здесь такой вот лежачий полицейский есть. Я первый раз здесь чуть не взлетел, блин, на нем. И еду 30. До куда я должен ехать 30 км в час? До первого перекрестка, вот до туда. Там был вот. Или вот до сюда, да, ладно. И дальше что я должен ехать? 90, по идее, да? Вот спорная какая-то ситуация. Должен стоять знак, что еще один населенный пункт. Я в какой-то другой заехал же, по-любому. Сейчас посмотрим на выезде. Есть знак какой-то? Еще в населенном пункте. Ну-ка, здесь на остановке что написано? Уже Паладья, какое-то другое село. А как я в него заехал? Наверное, кто-то украл знак въезд в населенный пункт. Я еще обратил внимание, еще вот, видите, я уже выезжаю. Вот. Все, отсюда я выехал. Уже с другой деревни. А как я в нее заехал, никто не знает. Так, ребятки, я сейчас в этих, в Единцах, уже поработал немножко, пока вы отдыхали без меня. И что вам сказать? Сказать, что все хорошо. Так, там этот чел стоит, мы там не сможем повернуть. Давайте задним ходом поедем. Что вам хотел я сказать, что заявочки я взял, побазарил чуть с людьми. Этот, с кем я работаю по сантехнике, наконец-то вышел с отпуска. Может, он и раньше вышел, но я когда приезжал, его не было. Я два раза приезжал, он отдыхал. Так что вот такие вот дела. Все, атаки, Единцы. Заявки собраны. Вот на завтра приходят заявочки. На завтра у меня рейс на запад. Неспорены, Унгены. Ой, блядь.
не с Парьена, у Гены, в общем, вся та сторона. Работа кипит. Напомню, сегодня 23 ноября. Скоро конец месяца, нужно закрывать все хвосты. Но у меня их, благо, немного. С этими документами, блин, конечно, так ты сверки, блядь, все вот это вот вообще неинтересное для меня. Но нужно выполнять. А то уже выписали нам от главного бухгалтера. Я бы не сказал, что пизделей, но нормально так нам высказали. А, я смотрю, 4 часа, мы до 6 успеем, мы в Бельце, поэтому сейчас заедем и в Бельце, оставим рекламу и домой, по бетонке поеду. Там и полиции меньше, и сел, и поспокойнее. Мне сейчас споры с полицией не нужны. Ну, вы знаете, почему из прошлого ролика. Время у нас 5 часов. Я в Бельцах. Привет всем подписчикам из Бельц. Ой. Так, давайте мы сюда встанем. Сейчас едем на площадь. При Марии туда. Что по заправке у нас? По заправке вроде все нормально. Хватит нам до Кишинева 100%. У нас будет один лукойл на выезде из Бельц. Как ехать в сторону бетонки. Возле РУ Цела туда. Так что ничего страшного. Ребятки, все, я доехал на площадь, сейчас иду отнесу эту коробку с рекламой. Стоять. Кто разрешал? Пойду отнесу коробку с рекламой. И на сегодня все. А для вас уже ролик закончился. Все, всем спасибо большое за просмотр. Успехов вам. С вас лайк, подписка и комментарий обязательно. Подпишись, чтобы не пропустить новые серии. Я же для вас стараюсь. Ну и для себя, конечно, тоже. Все, обнял, приподнял, ушел, уже скучаю. Все, всем пока!